Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть, ну, продолжать играть в эту игру. Я, короче, послушал, капец, все громко было. Вот немножко настроил вам тут для ушек. Да, вот такой вот я заботливый. Сейчас пока что ничего не получается. Наиграла я в эту игру уже 2 часа, прикиньте. Естественно, вне записи чего-нибудь. Так, лазер. На буски, не знаю, не очень вижу смысла в этом всем. Вроде дает плюс здоровье, но восстанавливает здоровье, поэтому имеет смысл. Так. Давайте дрон. Не, удобный против летучих мышек всяких колючек. В этой ситуации, да, так не работает, но поверьте, ситуация будет, когда это будет не бесполезный выбор. Капец там летучих мышей. Вот я их ненавижу просто, они меня бесят самого уже. Чипсов сегодня нету, поэтому хавать нечего. Даже как-то обидно. Надеюсь, конкретно в целом эта рубрика, ну и конкретно эта игра будет популярна на моем канале хотя бы. Хотелось бы, честно. Вот. Я же пока что не знаю, как обстоят дела с популярностью предыдущей части, потому что я ее записываю буквально это завтрашний. Вот. Я записал, и вот сегодня я записываю еще. Ой, это не в один день, вернее, через день. Как-то сейчас хреново играем, ну ладно. Так, кристальный бум. Ладно, давайте кристальный бум. Да тупые летучие мыши уже выбешивают, правда. Вот еще одна такая же летучая. Там вот 100% будет еще 3 таких же. Так. Давайте вот так вот сделаем. Вот еще одна летучая мышь. Мне может просто вот так вот медленно передвигаться, чтобы сразу всех летучих мышей... Я понимаю просто, что я делаю. Вот еще одна летучая мышь. А тут вообще лягушка, по-моему. Погнали. Какой-то странный. Это попросил всех выбрать палитру, а сам же записываю на следующий день после первой записи. Я, по сути, не вижу ваших комментариев. Ну, конкретно сейчас я не знаю, что вы написали. Если вообще хоть что-то написали. Вот. Так вот хотя бы будем играть, не знаю. Так вот будем медленно продвигаться. Даем. Просто избили меня. Возможно, конкретно эта игра продержится буквально несколько... Буквально этот выпуск и все, потому что у меня скоро нервный срыв будет. Не знаю. Как-то я слишком много жалуюсь на то, что она меня бесит, но продолжаю играть. Это действительно странно. Оп. Погнали. Свеча. Как-то странно, что все та же черепаха может пережить выстрел из лазера. Из лазера. Хотя у меня там простой... Этот, как,
Ну вот опять тупая мышь. Ай, от нее не избавиться, пока она сверху. Я вверх не стреляю. Что мне делать? Не существует оружие, стреляющее во все направления. Пожалуйста, скажите, что есть. Я уже правда не могу с этими летучими мышами. Я не понимаю, что мне с ними делать. Они тебя везде достанут. Они уже и снизу вверх летят. Они же обычно это. Правда, шотган уже не помогает этому. Не помогает от этого. Вот сейчас две летучие мыши налетели. А что мне с ними теперь делать? Ура, жрать врагов. Не знаю. Я уже скоро с пеной у рта в эту игру буду играть. Ура, скоро палитра. Давайте какой-нибудь стиль выберем, чтобы как-нибудь успокаивал, знаете. Палитра, вот давайте. Тупейший, ужаснейший, фу. Не знаю, мне как-то больше всего нравится вот этот оригинальный. Как-то вот так вот лучше, да. Погнали. Вот и как. Я ж сверху напрыгну. Правда. Блин. Ну я, короче, тупой дебил, имбецил. Короче, я сказал всем пока, хотя видосик длится 6 минут. Ну да, конкретно в эту игру можно играть недолго, поэтому... Еще поиграем 6 минут и все. И разойдемся. Не беспокойтесь, я вас не держу. Хотя не знаю, кто вообще будет смотреть до этого момента. Если хоть кто-то будет смотреть. Потому что в последнее время что-то вообще видосики не набирают особой популярности. Чтобы вообще... Ну вот, как, допустим, я уезжал. Я уезжал, по-моему, со скольки? С 20 подписчиками. А приехал уже с 28 подписчиками. Я все время задумывался, почему вы все просто не посмотрите мой ролик хотя бы начал, хотя бы вступление. И все. Простите. Так, все. Нет, я не знаю, я когда-то Майнкрафт очень страшные версии на Майнкрафт снял. Мне на него ограничения поставили. Может мне его снова снять? Не знаю как-то. Он у меня на рабочем столе есть. Вот, поэтому мы можем поиграть, по идее, еще. Ну как-нибудь напишите. Да, наверное, следующей игрой, в которой мы будем играть, это Майнкрафт. Как вам идея? Да. Это хорошая идея, считаю, да. Не знаю, Майнкрафт играть. Сейчас вообще все, кому не лень, играют в Майнкрафт и снимают его. Почему вот, допустим, сейчас магазин появился? А вот в предыдущем сбили. Так, давайте. Ну что возьмем, что возьмем? Стреляет на 2 хп. Ну, давайте заряд. И как вот научиться доджить летучих мышей? Вот, конечно, вот эти дебилы, они тоже, ну, летят, по сути, за игроком, но очень-очень медленно, посмотрите. А эти летучие мыши прям рвутся к нему, чтобы порвать его очко. Ну, это ж ненормально. Ну, почему у них такая тяга к разрыванию очка главного героя? Что он им всем сделал? Я понимаю, он расстреливает из бутсов, но они первые начали нападать. Неправда, что ли? Меня один такой сейчас чуть не убил. Давайте вот так сделаем. Правда? Давайте, погнали.
Че, давай восстановим мне здоровье. Ух, ё-моё. Максимум хп плюс один. Не, 10% скидка в целом нормальная штука. Мне даже на заряд хватает. Все, погнали. А, не зря хп восстановил. Блин, не знаю. Так, забьем, избиваем. Я не понимаю. А, ладно. Нет, трипл в целом тоже нормальное оружие, но прям. Что это вообще за красные глазки? Кто-то слишком много за компьютером играет, что ли? На. Капец, я, конечно, шутник. Нет, поверьте, это общаться со мной это очень хорошо. Мы просто еще не пробовали, пожалуйста. Да блин, мне сложно привыкнуть к тому, что эти дебилы не могут рассыпаться из-за того, что я просто на них напрыгну. Мне сложно с этим свыкнуться просто. Ура! Beat the first arena! Я на следующий пришел! Так. А это все хренько. Ну давайте. Кто это? Я их не знаю. Почему все такое дорогое? Не страшно. Ух ты, прикольно. А, это ящички. В общем-то, ничего кроме визуала не изменилось. Кстати, по сути-то ничего. Тут вот лягушечки. А, шипы! Даже летучие мыши остались, по-моему. Подождите, да? Или нет? Они сквозь стены еще пролетают, простите. А это что? Это же Нопи. Нопи. Как стрёмно. Ну, вот этот глист остался. Откуда сейчас что-то появляется вообще? Ну, вот правда, даже здесь. Даже здесь есть летучие мыши. Где их нет? А, вот конкретно отсюда вылазят шипы, да? Меня просто закибербили. Да, вот отсюда вылазят шипы. Спасите, 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 лазер, спасибо. Ух ты, три заряда аж. Что это? Капец. Не, игра очень крутая, мне нравится. Давайте какой-нибудь... Ой, это другое. Это не то. Ну, давайте умение парить. Палитра. Грандма, я считаю, какая-то хрень. Джибой, вибой. Вот джибой, это типа геймбой. Я не знаю. Постель, да, это интересно, это мягко. Умекопча. Давайте вот за это. Из-за названия только. Ё-моё, какое все... Что здесь происходит? Врубегласное прямо. Что это? Почему он такой яркий красный? Или он ничем не изменился, просто все такое блеклое, и мне поэтому кажется, что он так яркий. Боже мой. Что здесь происходит? А можно я допрыгну? А, нет, нельзя. Всё, простите. Блин, эту игру можно проходить долго вот так вот. Вот, допустим, так вот. Вот так вот. Оп. Вот так вот. Оп. Спокойненько. Спокойненько. Вот так вот. Оп. Так вот. Оп. Случайно. Похрен вообще. Шотган получить. И больше спокойно мы играть не будем. Та-да-дам-та-да-дам! Я не помню свой трек, простите. Мне нам очень нравится шотган, кстати. Это... Нет, очень хорошее оружие, шутган. Почему конкретно здесь
Почему в каждой игре шотган какое-нибудь второе оружие по счету? Типа есть бесконечное, где-нибудь второе по счету ружье или шотган, что-то такое. Я могу прыгать. А если я зажимаю еще и далеко прыгать? Ура! Так, давай, погнали. Погнали. Не, ну вот в таких ситуациях, конечно же, можно удирать со всех ног, потому что, а что еще делать? Бежим за мной, угомится там. Четыре летучих мыши. А вот сейчас еще. А, сейчас никак. Время так бесит. Вот что очень-очень часто чередуются противники, которых можно задавить и которых нельзя. Вот этот, допустим, глаз. Ну, в общем-то, пока.